Здравствуйте, дорогие друзья, и приветствую вас на своем канале. И сегодня у нас очередная распаковка посылочек, заказанных через приложение Joom. И первая посылочка — это вот такое милое платьишко детское. Состав, конечно, не полноценный хлопок, но достаточно приятный. Часть хлопка, мне кажется, где-то 60% в нем есть. Оно на пуговичках расстегивается, пуговички пришиты. Торчат, конечно, чуть ниточки, но это не критично, это можно обрезать. И также шла вот такая повязочка на голову, которую можно завязать, либо использовать в качестве пояска для платья. Платье мне очень понравилось за свою цену, это, конечно, очень хорошее платье. Следующая посылка, и тоже у нас платьишко, вот такое. Это платье нам уже как раз, в принципе, на лето мы уже опоздали. Качество неплохое для 240 рублей. Верх выполнен из гипюра, вышиты цветочки. Тут пришито вот такое розовое кружево. Нигде дырочек нету, я просмотрела. Бантик из обычной ленточки завязанный, пристегивается на булавочку. Имеется вот такой подклад, края обработаны, чуть ниточки торчат, это также не критично. И двойная вот такая фатиновая юбочка. Платьишко без рукавов и позади застегивается на такую пуговичку розовую. Очень мило, нежно, мне понравилось. Заказала вот такую силиконовую форму, она идет для льда, но я ее буду использовать для украшения тортов, кексиков. Вот такая силиконовая. Пришел ко мне вот такой тональный крем, которым я уже пользуюсь в течение нескольких дней. Вот так выглядит крем. 30 мл. И нет вот такой вот он оттенок. Прекрасная прикрывающая способность. Пришла вот такая подводка жидкая черная для глаз. Подводка была упакована в целлофановую пленочку, все герметично. Крышка достаточно тугая и имеется вот такой вот кончик остренький, и вот так она рисует. Очень хорошая, не высохшая, мне понравилась подводка, уже пользуюсь второй день. Качество у нее очень хорошее, макияж я уже с ней делала, стрелочки в принципе достаточно неплохие. Также заказала вот такую матовую помаду. Помада мне пришла вот в такой коробочке. Вот такой флакончик. Называется Miss Rose Professional Makeup. Вот так откручивается. Приятный нюдовый такой оттенок. Помада очень стойкая, мне хватает на полдня. Причем наносить нужно очень тоненький слой. Эффект матовости приобретается достаточно быстро, когда она подсыхает. Мне нравится, губы не сушит, так что присмотритесь. Все ссылочки будут в описании. Стоила она очень бюджетно и по качеству очень хорошая. Я буду заказывать еще и другие оттенки. И также заказала вот такую тушь для ресниц. Я думаю, ее многие уже видели. Неплохая достаточно
достаточно хорошо набитая щеточка. Хорошо прокрашивает реснички. Мне понравился дозатор в этой туши. Он убирает хорошо излишки туши. В принципе, за свою цену прекрасная тушь, не вызывает никаких аллергических реакций. Я вам ее советую. Ну вот и все покупочки на сегодня. Впереди нас ожидает еще много посылок. Заказики идут, заказики очень интересные. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и давайте дружить. Спасибо за внимание и пока-пока!